В среду страну окутает облака. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду с порывами до 17. Воздух прогреется до плюс 16. Днем, ночью градус снизится до 7-13. Уже в четверг погода изменится в настроении. Температура воздуха пойдет на понижение. Среднесуточная становится на отметке в плюс 10. А солнце все чаще будет прятаться за хмурыми тучами. В Южной Америке бушуют лесные пожары. Стихия охватила Аргентину, Бразилию, Боливию и Парагвай. Пожары вызвали задымленность в некоторых городах и проблемы со здоровьем у местных жителей. В Аргентине под удар попали редкие виды животных. В Парагвай и Боливии объявлено чрезвычайное положение. Во Вьетнаме растет число погибших от проливных дождей. Их уже 23. Вода затопила более 109 тысяч домов и 584 гектара посевов. Повредила дороги и мосты. Власти заявили, надвигающийся тропический шторм Нанка обрушит на страну в ближайшие дни еще больше осадков. Завтра в Бобруйске будет облачная погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 16. Ночью столбик термометра покажет 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.